В Губкинском храме святителя Николая Мирликийского затронули тему предназначения женщины. В честь православного праздника Дня жен мироносец в воскресной школе была показана театральная постановка в исполнении представительниц женского клуба «Мироносицы». Жены-мироносицы, которые в евангельском повествовании мы слышим, являясь олицетворением любви к Богу, на сегодняшний день запечатлели каждое в каждом сердце будущей матери любовь к своим чадам. А если они любят своих чад и приведут их к познанию истины, которая воплощается в Боге, то они сделают весь мир прекрасным. Поэтому мы на сегодняшний день обращаем всеобщее внимание к тому, что задача женщины – научиться любить то, что ей дарует Господь через рождение, и вложить в свое чадо любовь, чтобы каждый ребенок стал носителем любви, мира и согласия. По окончании мероприятия всем женщинам подарили розы и сказали много теплых слов.